Так, друзья, Здравствуйте. будем надеяться, что все в порядке. Поехали. Значит, смотрите, группа поддержки, мощная группа. Здравствуйте, Значит, дорогие друзья. вы уже догадались, Здравствуйте. что это брат-сестра, что это выпускница аграрного университета Красноярска. Вот, то есть человек подкованный, с одной стороны, и она же прошла практику у меня. Значит, эта практика, надеюсь, когда-то даст свои плоды. Вот, мне удобно, когда есть кому-то обращаться, по пути советоваться, получать наводящие вопросы. То есть сейчас Елена Александровна представляет вас. Так, Иван ее родной брат. Вот я на него тоже рассчитываю. Вот, потому что придет его пора. Не каждому дано стать ботаником, стать биологом, вот, и садоводом. Значит, смотрите, я вот это вот мне прислали из статьи Железова. Вот говорят, как так? Цитирую, это когда-то я был шокирован, когда, знаете, весь Саяногорск в абрикосах, Майна в абрикосах, Черемушка в абрикосах, а у нас не бывает таких теплых зим, там, допустим, 25, вот как здесь, 30, 32. А тут получается до минус 32 не более суток и прощай сад абрикосовый. Как-то нелогично было, да? Вот, и я понял так, что человек потратил много усилий доказать, что невозможно иметь абрикосовые сады в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Значит, про Байкалова ни слова, про Казьмина ни слова. А вот говорить про Боднара или про, допустим, еще несколько наших авторитетных, тоже невозможно. И вот когда получилось так, что я среагировал, мне было страшно обидно. И вот эта вот газета, крупная очень газета, Толока, Белоруссия, она выходила на Украине, в Казахстане, в России и в самой Белоруссии. Огромные тиражи. Она напечатала мою статью. Вот. Ну, естественно, что я рассказал про феномен, что они, эти вот автор вот этот ограничил посадки. У него же было там страниц 10, это толстушка, страниц 10. И опять эти ямы гниющие, опять надо уничтожить большую часть веток, осветлить, так. Вот. А современные технологии, потому что я считаю Мичурина нашим современником. А после него решили, на чем-то напрягаться, и так обойдемся. Так. О нем тоже ни слова, ни полслова. И вот что получилось. Обиделся я, напечатали мою статью. Потом тишина, потом мне говорят, пришел новый главный редактор к Толоку, он же доктор наук, главный редактор, и сказал, а это самое, то, что я о чем пишу, это расходится с его идеологии. То есть, как садили в ямы, как осветляли, вот про это, пожалуйста. А то, что Железов начал рассказывать, это невозможно. Вот так мы разошлись с официальной наукой. И вот эти дети, да, они идут сейчас собирать, вот, в данном случае уже сливу, да, они не, а абрикос уже собрали. Они же не знают, что это, что вот там нет ничего, ни абрикос, ничего не там нет. Идут собирать. Вот я их почему. Ну, далее у меня вчера исполнилось 70 лет. Интернет набит поздравлениями. Я не смог всем ответить. Вот эти детишки меня поздравляли. Я не смог всем ответить. И прошу прощения. Сотни поздравлений. Вот. Единственное, что я обиделся на то, что все желают, чтобы дальше пахал. Ни один не сказал, остановитесь, Валерий Константинович, отдохните. Ни один. Хватит, и сколько можно-то. Вот сидят справа, слева, да. Вот Тимошка подрастает. Нет, пошите вот так.